Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами капитан Врунгель. Сегодня мы покатаемся по городу Люблин на автобусе Кароса Б-732 на 55-м маршруте до конечной остановки ОС Чойни. Приятного просмотра! Теперь мы будем запускать данный агрегат, можно так сказать. Ну, во-первых, по правилам дорожного движения нужен свет. Во-вторых... Так, ну это не важно. Во-вторых, надо завести двигатель. И... Так, надо проверить свет. Добавляет это свет? Нет, не добавляет. О, вот так-то будет лучше. Вот время. Удобное. Ну, это не важно. Надо сейчас расписание поставить. О! Так, 16:48, 16:41. Так. Подсказки ставим. И надо теперь перемотать время. Поехали. Остановку мы пропускаем, потому что там нам мешает ман. Просмотра. Стой, стой, я тебе говорю. Тут пассажиры стоят. Как раз мы на них и ориентируемся. Thank you.
Правда, на этой карте чуточку лагает. Пассажир.
Влезли. Поехали. Также встречаются тутеманы, а также нам могут попадаться солярисы, троллейбусы и автобусы. В принципе, второй полосе не надо было перестраиваться, но просто мне надо было объехать пробку. Хотя мне как бы зеленый мне.
пассажиров, конечно, много, но я думаю, то, что маленький авто, ничего себе, сколько пассажиров. Вот тут уже получше. Видимо, им не нравится, что я медленно вожу. Ну, простите меня. Подъезжаем к исторической местности Люблина. И здесь и дороги хорошие, и здания исторические. Это вы сами все видите. И карта из-за этого подгружается.